Ансамбль «Песняры». Спасибо. Вы знаете, мне очень приятно сейчас объявить следующую песню, тем более, что здесь, в этом зале, сидит человек, благодаря которому эта песня вышла. Она была когда-то написана композитором Борисом Макроусовым и Михаилом Матусовским после войны. И эту песню вспомнил Владимир Николаев, который здесь сидит сейчас. Володя! Володя, где ты? Это один из основателей ансамбля «Песняры». И сейчас мы ее споем, наверное, вместе с вами. Вологда! Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в Боге, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где? В Вологде, где, в Вологде, где? В доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где? В Вологде, где, в Вологде, где? В доме, где резной палисад. Шлю я есть за пакетом, пакет только. Только нет мне ни слова в ответ. Значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Вологду-вду-вду-вду, Вологду-вду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Вологду-вду-вду-вду, Вологду-вду, сам я за ответом приду. Алые кисти рябин вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьёю ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому ты мила мне всегда, Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Где ж ты, моя темноглазая, где? Вологде, где, Вологде, где? В доме, где резной палисад.
наш молодой солист Александр Завгородний. Саша, поклонись. Владимир Николаев. Ансамбль «Песняры».